Добро пожаловать, друзья, на прохождение игры Трансформеры Battlegrounds. С вами, как всегда, доцент, и мы продолжаем Шок, Шоквейв и Трепет. Время истекает, и автоботы должны сразиться с последними силами Мегатрона и Шоквейвом. И здесь у нас отряд представлен следующими бойцами. Гримлок, куда ж без него-то? А у него с Шоквейвом отдельная история и отдельные счеты. Разумеется, легендарный Оптимус Прайм и Уилджек, самый лучший медик здесь, как я считаю. Потому что он двумя способностями может лечить, накладывать щиты и так далее. И я, честно говоря, даже не вижу смысла ему что-либо покупать. Тут есть как бы граната первая помощь. Ремонтирует и может защитить союзников в радиусе действия. Кстати, а можно попробовать, в принципе? Ну-ка... Граната первая помощь. Что это за радиус действия, я не знаю, но может что-то защитить. То есть он может и щит наложить, и вылечить, и урон нанести. Что-то больно классная способность. Где-то тут подвох. Определенно. Вот. И Оптимус, у которого есть смертельный выстрел из верного бластера, а также имеется навык Сила Праймуса. Ну вообще их тут много, но как бы новый. Сила Праймуса. Снижает защиту, удар топором. Я, честно говоря, не знаю, вот что взять, тут как бы удары есть, но удар на самом деле так себе. Мне нужно что-то дальнего действия, тем более, когда у нас есть Гримлок. Зачем нам Оптимус на ближней дистанции, когда у нас есть более специфический для этого боец? Смертельный выстрел. А вот силу Праймуса, наверное, можно добавить. Где там у нас у Оптимуса... А, еще и заряд и прыжок! Вот способность у Оптимуса появилась. Рывок делает, высоко подпрыгивает, поливая, да хотя бы ссывая, неважно, врагов огнем и нанося им урон. И еще и щит получает, вот это вообще классная способность. И сила Праймуса, ну тут еще щит, что-то Оптимус может вообще прямо за щиты зайти. Может топором нанести урон и снизить их атаку, либо поднять себе щит. Мне кажется, сила Праймуса, я вот не знаю, защиту противников снижает. Зачем? Если можно снизить их атаку и нанести при этом урон. Я думаю, это будет самый оптимальный вариант. Давайте-ка мы возьмем сейсмический толчок. Сила Праймуса, как бы она ни звучала, но там просто как бы два в одном. А здесь... Ну, что-то как-то это... Выстрел, сейсмический толчок. Так, теперь у нас что здесь? Удар. Я боевой дозор бы, конечно, бы классно. Огненное дыхание, рев ракет. Это вот новая способность. Спящий гигант, рев ракеты. Можем ракету запустить. Нормально. Но ракета зачем? Она их отталкивает от точки попадания. Я думаю... Так, ну-ка. Огромный урон. И либо огненное дыхание. Давайте огненное дыхание. Удар. Вот так вот, я думаю. Должно быть более-менее. Шоквейв. Автоботы, ваше возвращение на Кибертрон было неожиданным, но напрасным. Скоро Вектор Сигма перепрограммирует Олспарк. Новое поколение десептиконов захлестнет Кибертрон мыслями и делами, послушное лорду Мегатрону. Верность нужно заслужить, Шоквейв, ее нельзя запрограммировать. Ты забыл про фундаментальное право всех разумных существ. Но просвети же меня. Freedom. Свобода. Как жить? Что думать? И когда драться? Smash! Эк. Гримлок ясно отдал это. Это направление того, что делать дальше.
Победи десептиконов. Оффроуд. Роутрап. Он бросок делать умеет и перегрев. Ну и разумеется... Где же у нас Шоквейв? Куда он делся? Ладно. Выдвигаем наших бойцов. Прилив защиты. И с большой вероятностью атака по области. Неплохая такая способность, заметьте. Куда же мне пойти-то? Откуда зайти-то? Наверное, отсюда. Надо все силы как-то в одном месте их все собрать. Хотя там особо, блин, не спрячешься. Там вообще нифига не спрячешься. Так, ну ладно. Давай-ка сюда. Ну попробуем прилив защиты. Чё там у нас? О! Ну, защита и вправду работает, ничего себе. Так, может огненным дыханием жахнуть. В дальнем бою. Ой, что-то у него какие-то атаки на самом деле так себе. Хотя как посмотреть. Может быть, стоило реально ракету взять? Дроны сраные. Давайте, ребят, подходите, не стесняйтесь. Вы подойдете и на этом... На этом ваша песенка будет спета. Тик. Ну-ка. Acknowledged. Давай-ка сюда. О, Оптимус, ты же можешь сейчас это... облить... противников. Ну-ка, давай-ка. Сейчас будем обливать. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Сначала двигается, потом атакует, наносит 3 единицы урона. Воу, нормально. Хорош. Хорош, Оптимус. Так, я, пожалуй, сюда прижмусь. Правда, сейчас Оптимусу прилетит знатно. Чёрт! О, это что это? А, блин, прилив. Его, он просто куча это. Обалденно. Так, Оптимус. Ты как там, вставать собираешься? По-моему, все очень печально. Так. Дроны, проклятые дроны. Чё, и ты будешь накладывать эффекты?
Несчастье какое! Блин, 3 единицы урон наносит. Ничего себе, жесткий ты тип, однако. Все. Один боец у нас того. Склеился. Есть одна у меня грандиозная идея. Я вам сейчас устрою путь разрушения. Давай, Гримлок! Ек, нелогично. Нелогично было мне в атаку идти. Во! Давай! Хова! Сейчас, конечно, Гримлоку не сладко придется. Ой-о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 й
Ек. Не, ну это все, это конец. Это конец. Погодите, надо мне этот... ракету взять. А огненное дыхание, что-то так себе. Либо кулак заменить, что-то одно из двух. Раунд второй. Пойду-ка я, наверное, через этот проход. И первый, наверное, пойдет у нас Оптимус. Потом пойдет Гримлок. Вот я ракету взял. Да, отлично. И пойдет, разумеется, у нас... Давай. Надо идти вперед, надо. Ха, все за Вилджиком спрятались, да, я так понял? Тактики. Эй, блин. Ек. Вообще класс. Тик. Давай-ка сюда. Так, тебе вот чуть-чуть и давай накладывай на них щиты. А прикиньте, это не щит, а осколочная. Вот был бы номер бы. Так. Да ну на. Я могу прям так, значит? Недурно. Зараза. Давай-ка мы сначала Оптимус тебя отправим. А, правда, я потом не смогу этот. Ну ладно. Или Гримлока. Нет, Оптимуса, надо этого снять. Он ведь доконает. Так. Надо от этого спрятаться хотя бы. Уйду сюда. Пусть тот подходит. Черт. Засранец, он эффект наложил. Ну ничего, ничего, и на нашей улице будет музыка. Ой, вай, вай, вай!
Ладно. Ох, сейчас их тут разнесет нахер, кого куда. Ну-ка, дай-ка я сюда. Сейчас тут, по-моему, просто всех тут кого куда. Ракеты пошли! Слушайте, вот эта способность. Мое почтение, так, способность просто отличная. Или этого? Нет. Этого я вырублю так. Скотина. Хорошо, хорошо. Затопчу тебя. Оптимус валяется. Право выбирать то, где валяться кто будет, да? Ну окей, давай тогда лечим Гримлока. Прилив защиты. Прилива не случилось, к несчастью. Так, ладно. Блин, как вы больно бьетесь-то, а все? Вот засранцы. Ой, зря это вы. Ой, еще. Ай-яй-яй. Так, стоять. Могу в теории сюда переместиться. Давай-ка сюда. Накладываем. Тик. Ракеты вообще обалденная способность. Вы гляньте, какие сумасшедшие показатели. Она еще и летит куда. Какая-то читерная способность эта ракета. Хоть как стреляй. Тут всем достанется. Давай, пошли ракеты. Обалденно. Тик. О, как интересно. Поехали! Чпаньк! Чпаньк! Зараза, я думал, у вас хватит на все удары. Не хватило. Что такое? Что-то Гримлок так озирается, типа, а что-то вообще что-то было? Молодец. Мощный тип. Засранец. Да сколько вас там? Вы издеваетесь, что ли? Похоже на то, похоже, что издеваются. Ладно, одним выстрелом это. Слушайте, это вообще какая-то сумасшедшая способность. Вы гляньте, один выстрел, атака по площади, да еще и с радиусом как обычного выстрела. Это же вообще сумасшествие какое-то. Да я их сейчас просто всех одним залпом сниму. Вообще, блин. Даже шоквейв обалдел.
Ну давай, подходи, сейчас и тебя туда же. Да вы гляньте, это вообще чит! Легальный чит! Обалдеть! Дроны, ко мне! Я разделаюсь с ними сам. Все. Автоботы, защищайтесь! Ой. Ой, конечно, мы же числом будем брать. Еще вас сколько? Так. Я так полагаю, мой собственный хил не входит в комплект. О. Нормально. А это, соответственно, туда отлетает. Нет уж, я думаю, я, наверное, тебя отправлю куда подальше. Так. Что там у нас? Сейсмическая херня вообще ни о чем. Уйдем налево, наверное, да? Или куда? А куда он улетел-то? Его что, все что ли, с концами? По-моему, сдох. Вот это его отхреначило. Так, ладно. Обалденная способность. Тик. Давай-ка, Оптимус. Да, по сравнению с выстрелом Гримлока из ракет, твоя что-то так себе. Вообще так себе. Круче и мощнее пока еще ничего не придумали. Ек. Что же с вами сделать-то можно? Надо убрать, чтобы было одним меньше. Вот как вариант подлечиться весьма неплохо на самом деле. Давайте, наверное, так и сделаем. Надо подлечиться. Так. Ну, здесь пусть и стоит. Что это было? Что там взорвалось? Этот час будет дрону спамнить. Мне сейчас самое главное их оптом выносить. А я знаю, как это делать. У меня есть как раз такой боец с такой способностью. И все, Шоквейв будет стоять полностью обездвиженным. Тик. Блин, эти ракеты чё, и Оптимус что ли могут? Да вы ж... Ну давай, уходим сюда, налево. Эх, Оптимус. Оптимус, Оптимус. Ну что ж ты... Так, ладно, давай сюда.
Ик. Же Кибертрон. А ну-ка, попасть можешь? Достанешь? Ни хера ничего не можешь. Оптимус, у тебя какая-то, блин, это... Я даже не знаю, что и добавить. Чё, гранату тебе метнуть? Ну давайте, ребят, лечимся! О-о-о! Оптимус, ну ты сейчас, по идее, должен жахнуть так, что ни одной нормальной дальней атаки нету. Была бы тут ракета, я бы сейчас бы эти бы всех бы приговорил бы здесь вот. Давай. Вай, это что было? А чё их так отхерачило-то? Тут что-то взорвалось, что ли? Тут какой-то дым. Вмазал. Так. Вот что сейчас может рвануть, понятно. Так, Оптимус. Оптимус. Ну как так, Оптимус? Оптимус, Оптимус. В смысле нанесет? Что, прям все так это? Agreed. Ну, давай. Так, сначала... восстановительные процедуры от Уилджика. Нужен щит. Так. И после еще, Оптимус, ты сейчас должен это... Чё ж ты там хотел, я уже забыл. 3 единицы, 3 единицы. Снижение атаки. Высокий шанс наложить. Высокий? Ну давай, хорошо. Высокий. Или стой. Вот мы что сделаем. Если я его перемещу сюда... У меня еще и Гримлок сможет ему прописать. Еще и Гримлок сможет ему вмазать как следует. Давай, Гримлок! Не иди в туман! Я ж это аж чуть не ёкнуло. Так, что такое? Больно? Не переживай, сейчас будет еще больнее. А, блин. Ну чё, поедем сюда тогда? Ах, зараза. Рванет там. Это да. Поехали, надо валить отсюда. Пока совсем плохо не стало. Так, о, еще один ласты склеил. Все в дыму. Ой, Оптимус! Что творит, а? Что творит?
чё ж ты творишь, а? Засранец. Так. Гарантированный эффект, давай. Не, не хочется загадывать вперед, но если сейчас не считерят они, противники, то, по-моему, все, шоквейву крышка. Чё там, снижение атаки? Давай. Да, по-моему, тут все крайне печально у этого. Отталкивать не получается, но мне-то и не надо, пусть он лучше стоит. Я лучше рассыплюсь в разные места, чтобы ему некуда было уйти. Вверх-вниз, а что-то у Оптимуса как-то это все. Ну давай сюда. Так. Во, и граната добьет его. Нифига себе. Вот эта способность классная. С гранатой, с усилением. Огонь. Разве это возможно? Он такое ощущение, что хотел фак показать, потом что-то вспомнил. Ох, у меня другая анимация! Я должен на коленях стоять. Мы же команда. Десептикон выбирает тиранию и разделение. Мы все стоим за одного. Нелогично. Чё-то не так. Путь свободен. Мы должны добраться до вектора Сигмы. Надеюсь только, что мы не слишком поздно. Обалдеть. Что там еще разблокированы способности? Ничего не разблокировано. Но способности классные. Вообще обалдеть. Надо только Оптимусу заменить этот. Как он там? Сейсмический топот на что-нибудь другое. И все будет в шоколаде. Вот как-то так. Шоквейв у нас, в общем, на пикселе разбился. Обычно они убегали, а этот просто куда-то испарился. Видимо, голограмма была. Из вселенных Звездных войн. Ну, там видно будет. Ссылки на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения по вселенной трансформеров снизу в описании под видео рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Доцент. Пока-пока.